Последнее письмо устюжанина Петра Михайловича Нарицына родным в Архангельск от 3 января 1943 года. Оно написано с дороги во время следования воинской части к Сталинграду. Здравствуйте, уважаемые родные Олимпиада Александровна и дорогой сыночек Володя. Привет папаше, мамаше, Лиде. Сообщаю, что нахожусь пока в пути. Новый год встретили и проводили на стоянке, в вагоне в городе Пензе. От Пензы проехали километров 160 и опять стоим. Не знаю, долго ли будем стоять. Деньги по дороге, что были, израсходовал на молоко и табак. Молоко 50 рублей, табак 10 рублей стакан, хлеб 200 рублей буханка, масло сливочное 600 рублей. Продукты есть на станциях и по дороге. Еду 11-й день в пути. Настроение хорошее, здоров тоже. Скоро доедем до места. До свидания. Целую. Петя. В бою 21 января 1943 года Петр Михайлович Нарицын погиб. Звание Героя Советского Союза присвоено посмертно 23 сентября 1943 года. Комбинат «Связав Новаторе» расширяет производство и объявляет массовый набор персонала. Для вас ежегодное повышение заработной платы, обучение, детские путевки, дополнительное медицинское страхование, проезд до места работы. Развивайся вместе со «Связой». Ознакомиться и выбрать подходящую вакансию можно на официальном сайте.